А вот универсальная сушилка сушит очень необычные вещи. Мы сушим дрова. Ставим сейчас печку, а дров у нас нет сухих. А там в инструкции строго написано, дрова должны быть только сухими. Ну что делать? Вот сейчас накололи и вместо грибов загрузили дрова, поленья. И вот они сейчас у нас постоят, пока мы печку делаем. Они будут готовые. Вот это нам нужно для испытания. И тогда будем уже сушить другим способом. А сейчас вот такая опытная партия поленьев в электрической печке. Сегодня у нас 9 октября 2015 года.